Привет, я, короче, усаживаюсь сейчас рисовать Анну Адамовну, и сегодня я не буду снимать весь процесс, потому что я не освободила место на телефоне, так что сниму то, в каком состоянии сейчас находится моя работа и что, в общем-то, с ней произойдет через 30 минут, что я там успею нарисовать. Видите, у меня тут новая канцелярочка в цвет моих ногтей. У меня в этот раз маникюр цвета Барби. Вот такая у меня по итогу получилась Анна Адамовна, вполне себе противоречивая и внезапная. Ну, конечно, я добавлю цвета, например, на шарфик, на щечки, когда буду все это уже редактировать в фотошопе. Но этим я займусь после того, как отрисую всех героев этого фильма. Ну, не прям всех, но основных так точно.